Хей, йоу, ребятки, всем здорово, с вами, в принципе, Смузи, Смузки, и со мной еще Хантри. Здрасте. Забор перекрасьте. И сегодня мы на ggdrop.top. Говно. Он норм. Короче, я закинул 990 рублей, что смотрим, что у нас. А это твои, это два киса. У меня должны быть тут халявные два кейса от 400 рублей. А, вон, алло, а ты проехал один. И вон там еще один. О, бесплатный тег. 80 рублей экономим. Открываем просто. Выбиваем крутой дроп. Вообще не лагает. Ну, естественно. Токсичность хотя бы. Ну, все, зато бесплатно. Да, вакуум. А, вот, оружейный кейс. Открываем это быстро. Нормально. Ты окупился миллиард раз. Да. Не, главное, я окупаюсь, это уже хорошо. Так, откроем, давайте. Че откроем? Давай сверху там вот это. О, пасхальный кейс давай. Пасхальный? Где? Вот, ниже мистери. Вот он. А-а-а. Самый первый. Давай две штучки быстро. О, как я в миллиард раз окупаюсь. Давай. Чё? О, второй шанс. Драгонлор. Хрусталь. О, хрусталь. Императрица. Императрица. Ты издеваешься. Быстро. Уху. Не надо фармить. Понимаю. Уходим. Так. Давай сразу, пожалуйста. У меня есть подарок. Что это? Пополните еще на 450 рублей. О, три подарка. У меня есть три подарка. Продавай. Сколько у тебя есть? 1020. Я куп. Давай, радужный кейс. Да, радужный. О, шанс токен. Что это? Я не знаю. Ну, ждем классический градиент, нож классический. Поехали. Неплохо. Сколько не у нас? Не очень. Все плохо. Открываем еще раз. О, плюс токен. А что за токен? Почему? По скидке. Две штуки. Три штуки. Да, три штуки, хорошо. О, лям 900. О, отлично, окупились. Хочу открыть что-нибудь прикольное. Вот, что я хочу открыть. Ладно. Так, сколько у меня на балансе, я не знаю. Так что откроем запрещенные. Два запрещенных. Не, давай по одному откроем. Тут уже хорошие вещи. Медленно открой. Хорошо, один медленно, один быстро. Да. Очень прикольно. Ой, я забыл, а чё красный не пролетает? Действительно. Действительно? Хороший вопрос. Да тьфу. Ещё раз. Короче, тебе вообще очень сильно везёт тут. Сколько у тебя уже осталось? Да вы издеваетесь. О, шекан. О, второй сон. Сколько у тебя осталось? 100 рублей. Взгляд! Да, ну такое. Да нормально. 100 рублей. Ладно. И сколько у тебя осталось? 100. Открой этот расцвет или что? Давай, два вот таких. Не повезло. Вообще. 265 рублей. До 1000 может выпасть. Давай, открывай. Зря я это сделал. Зря. Ой, зря. Да зря. Чего у нас? Нет, он же заедет. Второй шанс. ГГ-дроп. О, ножи. Где мы нихера не окупаемся.
Естественно. Огненный змей мог бы выпасть. 5% не выиграем, это ядро. Да, ты прав. Победа! Если ты хочешь, и ты не хочешь. У нас это бамбла. Бамбла, да. Бамбла. Хей, ребятки, всем здорово, с вами Смузи, Смузки. В общем, это у нас пиратское CSGO, мы зайдем в обычное CSGO, чтобы его запустить. Так, сегодня, короче, мы поговорим о ботах. То есть, я немного доработал ботов, там, ну, короче, я скачал файлик с ботами, ну, типа, с крутыми, но они были вообще полностью отстойными, поэтому я немного переделал. Конечно, есть сайт, где, короче, копируешь, там, botprofile.db, туда вставляешься, но они бесполезны. Они все же такие же бесполезны. Не подойдут только для первого сильвера, не знаю. Даже не знаю, для того, кто начинает, это неплохой практикой будет. Но так-то сейчас я поправил, теперь они подходят больше для голднов, а дальше я не могу, я не знаю. Мне бы настроить их, а им бы в голову. Но пока что, если вы хотите... Спасибо. В общем. 39-й ранг. Идем мы с ботами, вот, на Мираж. Я уж перекинул все нужные файлы. Если вам надо будет, то я создам ПК. И там вы найдете группу, где будет... собственно этот файл, либо же напишите мне в ВК, я скину. А также есть сервер моего друга, он будет в описании, Discord. Сервер Саша YouTube, в принципе, можете по ссылке в описании заходить, я оставлю ссылку в описании, вы зайдете. Сорян, что не снимал видосы месяц, целый месяц, да. Время так быстро летит. Но также я просто занят уроками. А также мой интернет. Он полное равно. Он вырубается каждые 5 минут. Я не могу ничего с этим поделать. Ну и ладно. Выбираем случайно выбор. Прописываем все нужные команды. И кикаем наших ботов. Если не ошибаюсь, то не существует именно своего уровня, типа хард, фирма. Но я не знаю, но вы можете посмотреть, вроде у него ничего еще существует. Но я это не проверяю, не хочу, потому что я не хочу слабо фотографировать. Ну вот, в принципе, они начинают настреливать. Но у них реакция очень быстрая. Если сразу на троих сразу выйти, то вам вообще нет. Не будет ни единого шанса, потому что... Окей, ребята, мы сейчас зайдем за наблюдателя и посмотрим, как стреляют боты в наблюдателях. Ну, то есть, как они стреляют, какая у них реакция, куда они нацеливаются и как они контролируют спрей. Вот это мы и посмотрим. Ну, в файлах я изменил большинство именно ботов на смузи. Вот смузи 1, смузи 2, смузи 3, смузи 4 и так далее. А также есть имена моих друзей вроде Пасхала, ну, типа Саши. Там есть еще, ну, никнеймы вы сами посмотрите, когда скачаете файл. И, ребята, еще, если вам не нравится то, что они покупают именно АВП, потом калаш и больше ничего, тогда прописывайте бот Random Buy 1. И тогда они будут покупать все, что сами захотят. Ну, то есть, просто по рандому, просто, типа... Например, Бизон, там, ППшки всякие, Фомасик. Ну, Фомас они и так покупают, но все же. Но по умолчанию типа стоит Autobuy 0. Сейчас мы посмотрим, как они, насколько хорошо они будут стрелять. Вот. Хороший контроль, по идее, у них есть. Но я бы хотел попросить вам помочь мне тоже. Ну, то есть, помочь мне
я забыл. Помочь мне с ботами, то есть они нацеливаются сейчас только на туловище, либо же в ноги. Но я бы хотел бы, чтобы они нацеливались по большей части на голову, на плечи. Вот видите, как они стреляют. Но если у них есть некоторые баги, они связаны с самим КС, с самим логикой, с самим механикой игры CSGO. Они мажут именно по этой части, потому что, ну, Valve решила их ограничить очень сильно. Я не знаю, зачем это сделано. Но это тоже можно изменить, но я не знаю, считается ли это за то, что они... ну, типа, считается ли это за то, что я изменил файлы игры, ну, внутренние. И я боюсь из-за этого, что мне прилетит баг-бан. А так, смотрите, я врубил бот-дебаг, и вот видите, у всех скилл 100% сейчас. Это их максимум. Я, пожалуй, вырублю это, чтобы оно не мешалось. Ой. Вот дебаг 1, вот, ой, 0. Все, я вырубил. Ну, думаю, я все про этих ботов рассказал, что хотел, так что всем спасибо. И простите за эти шумы, простите за то, что не снимал целый месяц, а также заходите в Discord, сервер по в описании он будет, так что заходите туда. Что ж, а на этом все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ходить до писки сейчас давно, братан, уже не модно. Берешь гантели по 15, вот это можно. Три подхода на забив и последний на добив. И спустя 2 месяца мышцы уже видно. Алкоголь, алкоголь, алкоголь.